сегодня вы увидите. Слышишь? Он мой одноклассник. Одноклассник? Разраб твой одноклассник? Обалдеть. Новый интерфейс? Новый интерфейс? Они должны еще добавить вертолеты. Вертолеты? Ребята, всем привет, Кента пока на проводе, и сегодня мы затроллим одного школьника, который мне пишет, что он друг разработчика и то, что он знает все про обновление. Поэтому, ребята, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал, ну а мы начинаем. Алло, алло, привет, ты тут? Да, привет. Че, ты друг разраба? Да, я такой. Слышишь? Он мой одноклассник. Одноклассник? Разраб твой одноклассник? Доели стандартные скины в Stand Off 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Ну да. Мы с ним лучшие друзья, не разлей вода. Офигеть. Слышишь, а можешь мне по поводу обновления рассказать что-то? Что ты знаешь? Да, давай. Только у тебя какой-то есть нож? Ну, ты же видел, керамбит голд есть. Смотри. Да. Я тебе даю инфу, а ты мне керамбит голд. Ого, керамбит голд за инфу? А инфа будет точная? Да, точная. Подожди, а как ты докажешь, что ты вообще друг разработчика? Я тебе скину сейчас мой инвентарь в ВК, подожди. Окей, а ну-ка, сейчас чекну. Все. Так, ага, ага, ого, у тебя 6 ножей? Офигеть, вот это ты да. Друг разработчика, вот это ты жесткий. Обалдеть, куча аркан, АКР, Трэш Аркан, Тристатрек, блин, фига себе. Ну, блин, я верю, что ты друг разработчик. Окей, я тебе дам нож, если ты мне скажешь инфу, договорились? Договорились. Ну, давай, рассказывай, что там будет первое? Первое, новый скин на USP Forest Spirit. Ого. И еще, но... Ого, это реально? Новый интерфейс, да, реально. Обалдеть. Новый интерфейс. Новый интерфейс? Блин, вот это круть. Так, так, что дальше? Граффити кейс. Граффити кейс? И там будут граффити выпадать? Да. Блин, вообще пушка. Так, что там, что дальше? И еще, всеми нами любимый, это нож-бабочка. Блин, слушай, вообще пушка. Слушай, а только вот ты мне скинул в ВК вот эти концепты, это же правда, да? То есть это не фейк, это 100% проверенная инфа. Да. А как ты познакомился с разработчиком, расскажи. Ну смотри. Давай. Мы с ним познакомились, вот, я перехожу в новую школу, да? Да-да-да, ну-ну-ну, приходишь в новую школу. Я сначала думал, что он шутит, что он разработчик, но он показал мне его инвентарь, у него куча керамбит голдов. Это вообще, я тебе говорю, так много. Ого, короче, разработчик просто себе наколдовал кучу керамбитов голд, да? Слышишь, а что еще вообще планируют добавить? Может, еще какая-то инфа, о которой ты не говорил? Ну, как я предполагал сам, но это не прям на 100%. Так. Мой друг хотел с другими разработчиками сделать ботов. Примерно, если вы куда-то полетели, вы сможете зайти в стендов и играть с ботами. Ой. Можно... Какой примерно уровень? Нуб, нормал, эксперт и так далее. Да ты что? Слушай, а еще что-то планируете добавить такое интересненькое? Ну, как я думаю, они должны еще добавить вертолеты. Вертолеты? Ну да. Офигеть, это что, можно будет летать потом? Да. Блин, ну вообще пушка. Слышишь, а хочешь, я тебе дам свой инвентарь? Да, давай, конечно же. Давай так, кто кого убьет, тот и забирает инвентарь проигравшего, окей? Окей. Все, окей. Я проиграл, ты меня убил. Ну да. Лучше просто один керамбит голд. А керамбит голд я тебе должен, да?
Слушай, а как ты отреагируешь на то, если я тебе скажу то, что... То, что ты, черт возьми, меня попытался обмануть, это концепты! И то, что я тебя снимал на YouTube! Ха-ха! Ты че молчишь? Как ты на это отреагируешь? Ты что, дурак, что ли? Какой YouTube? Тоже школьник какой-то. Да, я-то школьник. А ты че? С голосами. А ты тоже школьник, да? Ну, конечно, мне же 12. Ага, подожди, и ты по-настоящему думаешь, что кто-то поверит в то, что разработчику тоже 12 лет? Да. Я понял. Ладно, все, давай тогда, удачи. В общем, ребята, на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал Кент АПК и напишите любой хороший позитивный комментарий. С вами был ваш Кент АПК и фейковый школа-разработчик. Ну, короче, чувак очень смешной. В общем, ребята, всем удачи и всем пока. Пока-пока.